Время идет, а бабки отнимаются. Так, и шо я? Банку там, блядь. Мерв, будешь банку брать? Да-да, я на быструю, на самом деле, сыграл. Все, четко. Банку и идем ёбучи отрывать. Тангу, тангу, тангу. Сейчас. Оценил этим билд? Да. Тебя, ты еще можешь эту палочку за 200 тогда взять, что прям вообще... Обруч и ветка. Не, подожди, я по-другому. Вот так. Обруч и три ветки. Вот так, так отлично вообще. Статы. Статы реально решают в этой игре. А ты это другу-то подаваться не будешь? Он же с нами будет на линии. Нет, только спортивный азарт. Водонос фрактап. Октап уже определился нормально. Водонос, там у него все дела. И нам, кстати, этот Тойт заблочил лес. Поставить вам лайнвард? Давай. Может, мне дать, я поставлю. Если не умру. Да не. Что-то глянул на их героя на шаре, как весело здесь играть. А теперь ебашим. Вот он, азарт скилл. Блин, на самом деле, если станчик качал, наверное, его убили, ну ладно. Может, я поддался уже сразу? Лол. Бывает. Ил-эс. Не, мне этого не надо, хотя ладно, давай. Ну, у меня просто нет способностей. Я могу... Опа, что он творит? Пойдешь сюда качаться? Да, ща приду. Ты тоже качайся, не стесняйся. Да я тут своими качаюсь. Так давай это прокачаем тоже. А! Ой, как хорошо-то, а? Ладно, это пускай поживет пока. Я говорю, что крепко на встречу пойду, там на центре тоже нужна будет, походу. Легенда на трубу. Я возьму. Я не сомневаюсь. Я могу тебя... Не, не успею. Мерв, пришел бы сюда, все-таки стоит хантером стою. Так ты попроси его. Можем убить его? Ну да. Давайте. Опа, трешечка. Мерф, а что ты там замутил-то такое? Отошел, не бил. Поддавался. Не надо поддаваться к тапу. Так, о, а фласочка на ваш, пожалуйста? Его. Гаспса. Медайск нормально, если соберу или не надо лучше? Как желаешь, фак. Желаю. Если бабки позволяют. Вообще, ну, платы-то есть. Так говорят, фак, как обычно, когда у тебя 900 голды, 1100, например, ты задумываешься об этом, никогда ты купил себе ботинок и Gloves of Haste. Потому что, понимаешь, игра-то может по-разному пойти.
ладно. Так, ну я сейчас с ПТ-шечек-то возьму. Внизу. С Ктапычем. Туда-сюда. Ну да, опять здесь варт, с троллем. У него вот здесь вард еще. И бритвы не видно. У них бритва есть? А, да, точно. Я думал, тут другой. Он ему хуел, он по таврам стоит. Отойди же, отойди, отойди. И баш, давай, блядь. Сейчас обновлю. Нихуя себе, что-то обмутит. У меня нет хп. Разогреешь на меня? Нормально. А флашечки есть там у кого, нет? Блин, домой что ли ехать? Ну ладно, съезжу. Он, кстати, да. Кстати, возможно, это опять ПТС, ребят. Ну, Ктап вроде не очень на ПТС. Тапа, да, по-моему, подчеркнул. Скажи, когда ты апаться будешь, я в тебя ботл положу. Сейчас, кстати говоря, и посмотрим. МТ Ктапок-то. Бля, он меня убил. 4800. Знаешь, Андрей? А, чего? Скажи, когда ты апаться будешь, я в тебя ботл положу. Окей. Поехали. Есть, мидер. Может. Отличная работа. Я говорю, у него здесь вард стоял. Ну, он тебя видел. Можете лучше мида сформить. Наверху шейкер иллюзии взял. Все, Ктап-то сейчас опасается теперь нас. Реально, мы просто задавили, задоминировали. С ухом не хотим допушить? Хотим. У него что, и походу близко? Не. Ну, он пятый. Но у него не близко. Не нравится мне уже все. Что там? Короче, мы здесь ничего не запушим, на самом деле. Сауха одного мало. Просто не нравится. Хотя у нас тележка есть. Не, фак, с тележкой можно. Только надо сейчас вражескую тележку быстро развалить. Можем под крипами таур бить. Вы можете. Я пока вот тут вот. Ай-яй-яй, не забрал. 100 голды, медосик. Там они тоже беда. Решили попушить. Так, сейчас левел 6 будет. А куда ж ты ушел от меня? Покуда ты меня покинул? Бля, неудобно, как медас купил, а кура летит. Мер. Ну куда что? Я сейчас приду. Руна внизу может быть. Да-да-да, я не могу, там шейкер охраняет реген. Промахнулся по Ктапу. Внизу второй забирают. Соберитесь все вместе. Заберешь на миду? На миде. И что заберешь на миду? Ну, вышечку.
Я иду вниз, но нормально ее ломаю. Мир, давай, приходи, лечи меня. И можно сейчас прям... А, нет, нельзя ничего. Выше хорошо. Там, кстати, Тайд Гюнтер-то шестой, ребята. Я тебя не спасу от него. В миге, yes. Нам сейчас с тобой уже, конечно, экшен пора идти делать. Сейчас вот еще пачка крипов, на руну пойдем, мид попробуем. Мы... Давай тогда быстро. У меня что, вот-вот. У Чена уже хил есть. Если что. Да, есть, кстати. Можем мид залететь? Пойдем, прямо сейчас. Пойдем. Пойдем сначала прицепляйся и пойдем на руну. Ну иди, я прицеплюсь. Он, кстати, может и здесь его пытается взять. Вот, Саня, можешь разведать. А, ну давай, едем, Чена ебем. Ты уверен? Смотри, там шагер еще в сыру. Ну ладно, тогда дойдем просто. Нихуя себе. Движуха пепси. Ну тут 5. Он тоже либо 5, либо нихуя не делает. Нихуя себе он ебанул. Он всосал хорошо очень. Блин, тогда мипаря надо пойти убить. Что-то Мерф надо мог делать. На самом деле улететь на базу с традухой. Там разорвался сразу. Ну на шейкер меня с ним отрезал. Там нету ровашки. А ну ебать, там еще шейкер. Там такой пуш потеншал. Держишь сюда откуда? Да. Откуда? С базы. Бери меня, пойдем на мид. Не откатишься. Бери. Смотрите, они далеко заходят. Тизер не откатится. Далеко заходят, но мы тут мало чего можем сделать. И мид что-то забрать не можем. Ябают нас, штрекают. А, ну у нас у смайлухи Майдас. У них ульта могучего тайтхантеровского нету. Их можно, кстати, на Рошане проверить. Да не, не пойдут они. Ну хуй знает, а где они тогда? Я пошел искать их. Так, снизу смотрю руну. Не, на Рошане нет. Сверху руна. На топ сверху пошли. Сверху разор, го мид забирать. Опа. Что такое? Как бы его надо. Шейкер летит, если что. Если можно, он сам летит. Можно, нужно. Мипа справа, может быть, с блинком. КД тизер. И этого тоже. Так и этого тоже. Мне нет хила больше, что? Дабл килл. Смело нахуй. Блин, у меня стан почти откатился, я не смог ему дать. Только тауэр там постарайтесь забрать. It's really important. Нет. Я хуй, мы что заберем? Или ты полететь хочешь? Я... Блин, пешком.
Он с мекой. Да, и не он один. С мекой, но Тайдхантер без ульта, но у нас нету этого самого. Купола. Да. Бля, шейкер, сука. Ай, прохожу, прохожу, прохожу. Тай с даггером. У него нету. Ты. Блять. Это было больно. Так, я а пошел. Ты что так подходишь? На базу. Во, разминать, разминать их надо. И походу без хроносферы сейчас будем драться. Ему так аж. Ну не сейчас тайд будет. У нас 9 секунд до кнопки. У них сколько секунд до кнопки? Бля, была бы у них еще раз-то вместо шейкера вообще был бы. Жёстенько. Бери кру. Еще раз рызните. Иллюзии тут разваливаться могут жестко очень. Там ауешек хватает. Имон. Так хватит ее нажимать. Ну так у нас там 3 человека. Кстати, да, вполне возможно. Скорее всего, надо бы туда проверить. Фак. Взвези, да, от этого парня. Сверху разор, так что вряд ли. Причем он с ДД. Ами какой? Если он сыгонил, он может солд забрать. Не, у него вряд ли огнем есть. Оп, 11-го. Пусть дерется. Я пойду сзади война, короче, прикрою просто. Хотя они, походу, по топу за последним Т2 идут. Ты лучше чего с коня поприкрывай. Тут, по-моему, стоящий. Может тут... А, у тебя нет пульта? Сейчас будет. Так мы конечно, так... не, может у тебя есть иллюзии бонусы. Мы и так соберем сейчас. Так мы еще успеем на топ перейти. Да нет, опыт Т2 хер с ним, как мы драться-то будем с ними? Там мека, там все есть, что нужно. Ай, или, ладно. Иллюзии хуярятся. Мы сейчас можем просто на следующий Т еще пойти. Потому что мне сейчас от иллюзии вообще ни тепло, ни холодно. Мне они в замесе не нужны. Ну они шейкеры нужны. У нас сейчас глиф есть. Ну и играй! Ой-ой-ой, хорошо. Казино работает. Факер, ай да факер. Ты видел чем? Видел, видел. На стриме запечатлел, хорошо. Идем внизу что-то придумаем. Я тут крипчиков покачаюсь еще. За нами тайт идет и мипа. Да ладно. Не, мипа вот, это... У меня тут проблемы. Да, Сань, надо помогать. Я вообще не там, Андрюх. Я уже вот здесь был. Тогда можно не помогать. Что я стал скачаться? Ну денег я не потерял. Ты делаешь мяку мертв? Ну походу, иди на дэмэдж. Опа, Чен атаковал. О, Чен, я только... могу ее относительно быстро сделать, но... Ваня, Чен... ну давай, иди. Да, иду. Импетусы туда, давай. Подбежишь ко мне или там вроде сами? Да, подбеги ко мне. Надо ману наливать. Так, ладно, я никуда не уеду отсюда уже. Но у меня БКБ сейчас будет. А у нас база будет? Да, Чин прожал все кнопки. И Войт внизу Таур забирает. Растягиваем.
Реально растягиваем. Бля, не люблю. Точно в дэмэдж, я могу... А, ты уже... Я просто не чувствую этого героя. Так, ладно, на базе постою, подожду. Так, ну все, я теперь сильный. Так, у меня тут ситуация. Ситуация Шеки, он ульту прожал? Ну конечно. Пойдем с ними драться сейчас? По-другому. Даже без Акаши. Без Рэвиджа, без Хилачена, без ЕС. Да-да-да, у них нихуя нету. Сзади разор подходит. Не с тем ты связался. У него БКБ. Фак, ну посильнее же. Вань, бей, 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 бей. Паш, ты шо? Хорошо. Ну, по базу не сломают нам. Так, значит, будет возможность уже трех иллюзий сделать. 50 на 50. А вот сейчас, кстати, у них все будет, и они могут нам серьезно проблему составить. Можешь снизить ТТП еще? Смайл вообще не бьет по денчер смешам. О, не ровашка прожать? Вы туда подойдете, да, там подраться же можно будет. Ну, я, вероятно, не подойду. Вообще, ты должен со мной летать, ты должен меня подвозить. Я, ну, Чена вот нашел, прилететь свой... можешь? Нет, КД, мы Володю спасали. Сумасшедший, что ли? Блять. Ошибка, ошибка, ошибка. У меня КД. Да, я понимаю. Ай, бля. Что же я делаю? Ёбаный стыд, блядь. Андрюха, он, по-моему, сильнее. Да я ебу, блядь, но почему висп со мной не ползает нихуя? Да потому что Войд бы умирал. Я, блядь, Чаус Кнайт ебучий, который должен сходить виспом, здесь еще куда-то прилетать и просто ебашить все, что вижу. Я Чена не могу убить, блядь. Хотя у меня ПТ, барабаны, блэк этот самый. У меня все. Ну смотри, там нападает на Войда, мне продать его, что ли? Да просто со мной ходи, мы вместе релокейт сделаем. Что, надо идти прямо сейчас? Надо, надо. Ну что-то мы не идем. Шейки, я не к тебе дал. Это надо ловить. На топе. Много. Все равно, да, уебал его просто. Чем-то напоминает Castle Fight. И когда ты птицу переманиваешь, которая летит. Грипп. Грипп все равно хуярит. Так, я, короче, Тарас еще начну варить, наверное. Хотя мне какой-нибудь армлет не помешает. У меня, на самом деле, домейки тоже немного осталось. Я бы тебя поворовал, пробовал. Воруй. Че, ты можешь в лес пойти прокачаться там. А там враги. Да какие враги? Мы их отхуярили, они ушли домой.
И не только враги. Ну вот у меня забери. Да и Санечку сейчас не особо надо. Амека нам поможет. Забирай. Ну, почти забирай. Возьми курицу еще. Так, ну вон они понизу идут. Ну не с пайпом уже идут. Не, надо летать быстро. Да не, мы по идее сейчас их типа разъебем. Ты ульту одну откинешь, там крипы попередохнут. Еще висп раскрутят. Крипы все не передохнут, там же пайп. Не, ну с виспом передохнут, у тебя ульта хорошо наносит. Она ну я по крипам стоит. Мало наношу. Что, где мы? Все, мы здесь. Вон, мипаря. И Чена. А, не, Разора. Может, давай кого-то поближе? Разора. Теперь вот этого парня и Чена вот доебать. Он ТП. Мы не убьем его. Релокейт могу налево, релокейт налево делаю. Ну. Все продумано. Все реально продумано. Да, вот туда надо. У тебя есть подхилить? Нет. У меня есть на базе. Присасывайся, Мека сейчас подхиль. Это слишком сложно. Что они все делают? Там, кстати, бычок еще наверняка отлетит. Надо тебя атаковать. Подойди, так я... в него прям подойди. Не, бычок на топе. Но он может и к нам бежит. Да, у меня да. Ничего нет. К нам вот такой бежит. Очень плохо. Лоу. Ну это психанул немного, но ладно. Тебя похоронят там сейчас. Да не? Такие идеи. Подойди. Он не слышит. Я в доте сказал. Он не слышит. Блять, я еще не то наш. Ладно. Он живет. Вот надо. Раньше на секунду нажал. Хотя у меня тоже такая кнопка есть. Ну, в любом случае, все. Ага. На, блядь, не бью просто. У меня кидай тизер. Чё-то... минус 50. Притягивайся сейчас к этому. А, ну, в принципе, уже без разницы. В принципе, немного. Есть! Мертвый.
Мертвый разор. Thank you.